сейчас мы будем грустить. 100%. Уже как полгода намеки и проводы. Зачем мне выходить из дома без повода? На стене себя признаю лишь мишенью. Этот день не последний, поверь мне. Ты дышишь захлёб моими стихами, моими словами. Нам их так не хватает, ты все чаще слышишь. Я больше не буду, я больше не буду, прости, я больше не буду. И не смотри на меня так, твое сердечко стук, твоего сердца стук, стук, стук. Я режу его иногда, называю именами бывших подруг. Мертвое море, твои губы соленые, прямо под солнцем они когда-то засох. Мы вместе полгода работы без продыху. Я дарю свои песни, а ты их уродуешь. И не смотри на меня так, твое сердечко стук, твоего сердца стук, стук, стук. Я режу и бой века, называю именами. И не смотри на меня так, твое сердечко стук, твоего сердца стук. Смотрелись бы вместе, как жаль, это последняя песня. Да, бывает так очень странно, что обычно эта песня никогда не последняя. Я не знаю, сами решайте, обманываем мы ли вас или нет. Очень хочется, извините. Что с черными глазами не так? Ну, как будто бы. Ну, погодите, это попозже. Давайте не сейчас. Ой, у нас еще целых 15 минут. Ты так мало пиздец. Ну, радуемся солнечной погодке. Все хорошо. Но продолжим тоже на успех.
тихо сердце бьется, в груди пожар. Завтра город, как всегда, проснется, но без меня. Всем еще раз здрасте. Скажите, кто пришел на нас в первый раз? Кто на нас уже был? Круто, давайте все еще раз познакомимся. Мы группа Picture, и мы немножечко с такой интересной историей. Олег, между прочим, модель мирового уровня. Он был на показе Prada в качестве модели. Он вернулся из Японии 2 дня назад, пробыв там 3 месяца. Олег, ты крут. Я, не знаю, отсюда видно, глухой музыкант. Я играю, слышу с помощью аппарата. Тут уже многие говорили это, но от меня это будет звучать круче всех. Дикая мята! Я вас не слышу! Следующая песня должна показать, насколько вы умеете прыгать. Вы же умеете? Еще громче! Ну нет, погоди, Антон. Нужна проверка. Давайте наладим коннект перед этой песней. Ну, я вижу, тут аудитория постарше, скорее всего, не прокатит, но типа... Это Ламба, а это Гелик. Ну ладно, нормально, пойдет. Стас навешал на меня, я был хоплен. Скрипя зубами.